Вот сейчас видите, сварено, окладка внутренняя приварена, зачищено все, все зачищено. Сейчас буду приступать заворачивать вот этот ковер. Как я это буду делать? Сами видите сейчас, что здесь я закрепил с помощью трех струбцин уголок. И при помощи киянки начинаю аккуратненько это заворачивать. Ну что ж, вот закончен процесс доворачивания. То есть на это ушло времени где-то минут 40. Для того, чтобы покажи вот отсюда плоскость, что это все ровненько. Вот сама эта плоскость ровная. Вот. Теперь, значит, что? Следующим этапом будет нанесение шпаклевки. Выравнивание наружной поверхности тщательное. Грунтовка. Окончательная доводка уже будет производиться на двери, установленной на автомобиль.